Шаляпин. Заказ билетов 644-22-22. Больше информации dansession.ru. 20 сентября. Аквапарк Ква-Ква. Территория настоящего лета. Фестиваль уличной культуры «Газ Китчен Урбан Вейв». 19 сентября. Нижний Сусальный переулок, дом 5. С 6 часов вечера и до утра. Мегабитва. Самых зрелищных направлений уличной культуры. Граффити, стрит-дэнс, фэшн и мобайл-видео. Грандиозная танцевальная вечеринка с участием представителей шведской хаус-мафии Аксвелл и Стив Анджело. Верни жару уходящего лета. «Газ Китчен Урбан Вейв» 2008. Информация по телефону 22-66-555. Заряжена Цепелином. Фотомейл.ру представляет второй ежегодный конкурс красоты «Мисс Интернет 2008». Ты молода и красива? Участвуй в конкурсе. Стань лицом российского интернета. Выиграй роскошный автомобиль и съемку в самом модном глянцевом журнале для девушек. А также путешествие на двоих, портфолио от звездного фотографа, ноутбук и другие потрясающие призы. Участвуй и зови друзей голосовать. Читай условия конкурса на miss.mail.ru. Восемнадцатое сентября. Клуб «Бархат» представляет открытие клубных четвергов, хип-хоп и R&B. Специальные гости, лучшая группа этого года «Boombox». Белые обои, черная посуда. Улица Дружинниковская, 15. VIP-резерв 998-2838. Это вы помните? А это вы помните? Это с Дэном мы играли. 20 сентября, 23.00, СДК МАИ, Storm Crew представляет легендарную акцию Big Rewind 2008. Самые лучшие джангл и драм-н-бейс треки за последние 15 лет. С вами всю ночь диджей Грув и Дэн. Специальный гость Big Rewind, великий и могучий Рэй Кид. Берите свистки и горны. Big Rewind 20 сентября в 23.00, СДК МАИ. Вход 450 рублей. Информация djden.ru. Клуб Tuning Hall представляет 19 и 20 сентября. Вечеринка Plastic Fantastic. Нейтрино. Алекс Космов, Лай, Файер Леди, Сан-Франциско и многие другие. Телефон 958-5405. www.tuninghallclub.ru. Впервые в истории главный мужской журнал страны «Максим» выходит в двух томах. Только в октябрьском номере. Два разных «Максим» по цене одного. Уже в продаже по всей стране. Диджей Пилот и диджей Слава Шелест. In the mix. Мегаполис Клабинг. Слушайте программу Мегаполис Клабинг каждую субботу в 22.00 на радио Мегаполис FM. Мегаполис 89.5 FM закрывает летний сезон второй частью масштабного рейва «Мегаденс 89.5 FM». С 23.00 в прямом эфире и на площадке клуба «Гауди». 16 популярных диджеев станции «Саунд Шокерс» и Сергей Бойко взорвут танцпол клуба. Партнеры акции – сеть кофеин «Кофехаус», типография 50 копеек, портал dj.ru при поддержке «Пионер DJ Pro» и «Автоивент.ру». Предпродажа билетов в концерт.ру. Подробности на сайте megadance.fm.ru. Сентябрь, 27-е. Гауди. Не пропусти. Мегаполис FM. 7 3 8 89 5. Мегаполис. Прогрессив мюзик стейшн. Мегаполис FM. For those of you who never sleep. Listen, children. Music is the answer. A lovely city. For the love of house. For the love of beats. For the love of dance. Do what you want to do. Free your mind. Tuesday night. Yeah, I like this one. Yeah, baby. Free your mind. Come on! Mm-hmm.
Вечер, Москва. Добрый вечер, Мегаполис. Это Мегаполис FM 89.5 FM. Я приветствую всех тех, кто в этот момент слушает главное танцевальное радио России. В студии диджей Град это Free Your Mind. Каждую среду с 10 до 11 вечера 60 минут хаус-позитива. Сегодня вначале немножко дипового, потом разгонимся. Окей, это Free Your Mind. Впереди очень много новых треков. Много хорошей музыки. Настоящая осень в Москве. В других городах, кстати, не знаю. Был на прошлой неделе в Красноярске. Гораздо теплее, чем в Москве. 6060, номер нашего смс-чата. Префикс FM, две буковки FM. Русские, не русские, неважно. Жду ваших сообщений, а также поздравляю всех любителей футбола с началом Лиги Чемпионов и желаю всей души сегодняшней игре, конечно же, санкт-петербургскому «Зениту».
105.5 FM. Коллекция на Мегаполис FM в студии DJ Grad каждую среду в живом, кстати, миксе. Окей, по порядку. В начале этого часа тандем немецкого и английского диджея, саунд-продюсера Марк Рамбой из Германии отдал свой трек «Джимстер». Это проект Джемми Одела. Он сделал трек на ремикс на трек «Элит». Все понятно. Следующий в нашем списке OL Make It Right. Замечательный дип. Ну и в данный момент трек, который уже звучит. Наконец-то на него появились более-менее человеческие ремиксы. The Godfather, Дэнни Тенале, Dance Space Dance. Главный трек Дэнни Тенале в этом году. Ну и в сезоне этого сезона на Ибице тоже он игрался там очень часто. Появился отличнейший ремикс от итальянского диджея, который очень хорошо гастролирует не только в Италии. Запомните, если будете где-то в Европе, зайдите на его выступление. Его зовут Лука Бачетти. Дэнни Тенале, Dance Space Dance. We'll be right back.
Осенней коллекции Free Mind на Мегаполис, на который хотел бы обратить ваше внимание, поскольку на него уже обратили внимание и с лейбл Tool Room, и журнал DJ Mag назвал его The Hottest New Name of Dance in Now. Молодой человек по имени Кос, он бы выбрал себе такой псевдоним, открывал знаменитый сет Саши и Джона Дигвида в этом году в Майами на конференции. Во время тура Джеймса Забиэла и Ника Фанчули открывал их сеты. Помните их совместное выступление «One Plus One»? Кстати, давным-давно такая же ситуация была в свое время и с Джеймсом Забиэла, когда его никто не знал. Диджей Саша его ставил в начале своих сетов. Теперь кто такой Джеймс Забиэла? Итак, представляю вашему вниманию работу артиста под именем Кос. Трек называется «Ацтека». We'll be right back.
Don't even think about it. Реклама. 44.100.com и Мегаполис FM представляют фестиваль современной музыки и медиаискусства «Микс». 20 сентября в субботу с 12 дня в здании кинотеатра 35 мм. Покровка 47. Узнай больше на mix.ru. Восемнадцатое сентября. Клуб «Бархат» представляет открытие клубных четвергов, хип-хоп и R&B. Специальные гости, лучшая группа этого года – «Boombox». Белые обои, черная посуда. Улица Дружинниковская, 15. Репрезерв 998-2838. Мегаполис 89.5 FM закрывает летний сезон второй частью масштабного рейва «Мегаденс 89.5 FM». С 23.00 в прямом эфире и на площадке клуба «Гауди». 16 популярных диджеев станции «Саунд», «Шокерс» и «Сергей Бойко» зовут танцпол клуба. Партнеры акции – сеть кофеин «Кофехаус», типография 50 копеек, портал dj.ru при поддержке «Пионер DJ Pro» и автоевент.ру. Предпродажа билета в концерт.ru. Подробности на сайте megadance.fm.ru. Сентябрь, 27-е. Гауди. Не пропусти. Мегаполис FM. 7-3-8-89-5. Мегаполис. Прогрессив мюзик стейшн. Гоу. Мегаполис. Мегаполис FM. For those of you who never sleep. Мегаполис FM, Free Your Mind, студии DJ Grad, каждую среду с 10 вечера. Спасибо, что нас слушаете. Большое спасибо за ваши смс-сообщения. Есть даже телефонные звонки.
утреннее шоу активизировалось. Что же вы не спите, Анастасия, в данный момент? Она, кстати, у меня записана почему-то в телефоне как Настя Рамирес. Привет тебе огромный. Диджей Данила оставил мне тут компакт-диски. Ему огромнейшее спасибо за это. Окей. Два моих любимых трека за последние несколько недель. Hot Tune из моего рекорд-бокса. Совершенно сумасшедший трек. Стимин Унапета. Вслед за ним сразу же еще одна нереальная бомба. Сис. Трек называется «Трампета». Немецкий проект. Еще одно открытие этого года. Позитивная техно, наверное, это так можно назвать. We'll be right back.
очень холодная коллекция. На Мегаполис FM. Надеюсь, что в ваших автомобилях очень тепло. Минут через 10, ну, максимум 13, встречайте диджея-космонавта. Он уже с красным носом в студии. Теплый и довольный диджей Град. Лайв. Сказали бы мне несколько назад, что в сете многих диджакеев в 2008 году можно будет услышать балканские мотивы. Я бы, честно говоря, очень удивился. Куда мы катимся? Ну, на самом деле, очень весело. Еще одно имя, на которое хотелось бы обратить ваше внимание. The New Breed, как говорят в Англии. Новый талант Крис Маккалли. Трек называется Body, Yo. We'll be right back.
Но не мог я вас сегодня оставить просто без этого трека. Мне он очень нравится. Магнифико. Очень. Это тандем Тима Масса и диджея Сантоса. Или Шантос. Сантош. Сантос. Окей, Сантос. Тима Масса и Сантос, они свой проект назвали «Мутант Клан». Трек называется «Кенни Сай». Я прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Не замерзайте, впереди будет еще холоднее, так что не волнуйтесь. Это была Free Your Mind на Мегаполис FM. Меня зовут Диджей Град. Любите себя и друг друга. Аллилуйя.